телефона с шестерки на восьмерку, блядь, я как в Тиме Гуз логин, по-моему, так и остался. Да, верхнюю правую. Я просто, когда вот, получается, в апреле все делал копию, у меня аутентификатор, ни логин не перенеслись, ничего. Сам Steam, да, все заебись, метадата есть, видит то, что мой предыдущий юзернейм был здесь. Все отлично, ты заходишь, у тебя он сразу говорит, аутентификатор у тебя стоит на одном девайсе. Если хочешь его перенести, удали его туда, я тогда еще трейдить не мог 14 дней, когда мне очень надо было. Бля, ну крайняк, тогда подключились к нему как-нибудь, пока он был в сети. К его компу, блядь. Ну и еще раз повторюсь, у чувака это альт-аккаунт, как он еще раз повторяет, он в него не входил с августа, а взлом, по крайней мере, скины спиздили 11 сентября. Да хуй знает. Ну, я еще раз повторяюсь, то, что репортов дохуя, и это выглядит как полноценный, блядь, нулевой день. Мы это же не прошли. Ну вот, сегодня пройдем. Так, он сейчас сюда придет. Там должна была сына прийти, блядь. Понятно. Сейчас толки, видимо, где-то у выхода ходит. Все, что ли, уже согрелся? Ой, блядь, меня! Нет, 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 нет! Нет, я добежал, блядь, блядь! До выхода? Я прям, блядь, метр оставался, она меня достала. Так, добежишь, добежишь. Я вообще в начало ушел. Да пиздец ты сыкло, нахуй. Блядь, я вижу просто выход, он прям, я вижу, блядь, свет и саму дверь. Я также в прошлый раз умер тогда. Точно так же прям у двери, блядь, прилег. У меня сталкер отхуярил тогда. Блядь, Дашка вернется, сыкло. Все деньги уже потратил, ой, жизни потратил. Дашка вернется, мы уже мертвые, блядь. Короче, они там только чилит, понял, они вообще туда не уходят, блядь. Ну, конечно, нахуй. Сука, согрелся. Ты он отагрился, что ли? Он быстро отагривается. И ты обратно пошел. Так что в итоге? Ты хочешь продавать свой весь этот? Ну, нет, конечно, я вообще не пойду. А ёбаный. И дали пизды? Да. Она уходит, уходит под меня. Не, ну я не буду проблемить. Да, давай, блядь! Так ты дернулся. Я не дергался. Порядок. После того, как ты отпустил, дернулся. Да блядь! Да блядь. Кстати, Даша тебя не слышно опять. А, что говорит? Да, она говорит, ее вообще не слышно. Ты что, ты что не сказал? Блять, потом, почему я на корчиках сижу? Я да хуй знает, ну ты Даша что-то. А так лучше слышно? Чё? Нет. Да издевательство! Вот. Вот так лучше было, что я орала. У тебя микрофон опять ушел в аут, походу. Как в прошлый раз. Нихуя не слышно. Там тупик. Погнали, скорее. Это наш шанс. Настраиваю сейчас. Как тут сыграем, построю. Блять, блять! Беги! Где ты, ёпта? Давай быстрее! Он мимо. Давай быстрее! Нет, он там. Ебать немедленно, я ебал. А ты где, блядь? Я все к выходу прошел. А, мы пошли прямо просто. Блядь, говорил вам эти 4000. Прикинь, Реву уже убили. Че ты гонишь, это после чего? А к вам свинья идет. А и к вам красный идет, сталкер. Как
Короче, я пойду попытаюсь на рычаги нажать. Сталкер, блядь. Другой сталкер. Первый. Да, опять толпичная карта маленькая. Да, пусть еще хотя. Мы же ее не прошли. Я очень плохо, конечно, слышно. Пиздец, прям. Как в прошлый раз. Пусть хочет только говно. Я дошел до двух рычагов, вам просто нужно дойти к выходу. Ага. Окей, вы... выхода. Здесь только один. Там дальше второй, в другой комнате. А, я думал, ты говорил... Блядь! Все, пиздец мне. Окей, да, что это до выхода? Нет, мне рычаг. Я выйду. Я иду искать вторую комнату. Я пока без понятия. Меня уебали. Ебать, это лоб. Все, я вижу вторую комнату. Все, они там рядом, пиздец. Да, все, просто вот наконец сейчас. Выходи. Изи, блять. Вообще. Конечно, я на сердце хагрил, блин. Третьего. Так, ты что-то микрофон начнет тоже. О, новый монстр разблокирован. Тебя не слышно. Новый монстр. Ну, а, видите, Пусич плохого не будет. Так, у нас разблокировался сталкер и крыса сразу. Короче, у нас есть сейчас 6 монстров для кастомной карты. Свинья, крыса, сталкер, бабка, половинчатый и звук. Че, какую карту? Все нормально? Чуть-чуть лучше стало. Мне кажется, это из-за... Во, сейчас лучше. Из-за чего? Даша? Пропал вообще. Пусть ты тут? Да. Че молчишь, сидишь? А, переписываюсь. Понятно. О! Сейчас. Очень большая экстремальная сложность. А, это с опытом только. Алло. Нормально? До этого было лучше, но пойдет. Дырочки сломались. Кто сломались? Дырочки сломались. Дырочки сломались? Слушай, давай завязывай, какую карту идти? Да, туда? Любую, я уже пока ты выйдешь. Да. Пошли вот эту. Легкая давай. Карта, большая, экстремально большая, сложная, тяжелая. Да, погнали, ёпта. С крысами. Да. Фонарики там не нужны, по-моему. Да. Пусть еще там позвонит. А я выбрал хоть тебя. Ой, блядь. А что, не начинается? Ты на старт понажал. Что, даже дырочки починила? Ну, такое. Одно кольцо так потом. А что, одно? Ну, я беру одно оставим. Даша, бери еще кольцо. Я не могу взять. Я первое право и лево. Не могу. Что, все, что ли, не берется? Все, закончились потом. Баги. Ты куда пошел? Первое право и сразу лево. Ну там тупик. Ага. Тупик. По-моему, такая карта уже начиналась так же. Тупик. Тубик.
Там тоже, наверное, тупик. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, пик-пик-пик, Значит, надо, по-моему, на ду-ду-ру, входе пик. налево поворачивать. Да, наверное, налево, как прошлый раз. О, блин! Красава! Заебись. Без чупа-чупса взяла, что ли? Это леденцы, сам ты чупа-чупс. Чупа-чупс. Зупа-зупс. Вроде кидали, почему нету? Или мы не туда пошли? Мне кажется, мы заблудились, блядь. Нормально. Блядь, она прям меня промазала, прикинь. Да, прям в меня бежала, блядь. Сука. А, я нашел выход, а я выхожу. Кого нашел? Все, что ли? Экстремально большая, блядь. Охуеть. О, смотри, сколько опыта, блядь. У-у-у-у, 18 билетов. 1300, ебануться. Так, задание какие-то есть? У меня задание выполнено, не умереть. Не, ни одного. У меня клоун, Джокер, безымянный и черная невеста, блядь. Охуенно. Мне, кстати, выполнилось против сталки. Я потом рекомендую вам свой повтор посмотреть. Я что-то, блядь, так бегу. Я где-то 2 или 3 тупика всего лишь встретил. Да? Да. А чисто, я помню, там... это не та, которую мы играли позавчера, но... Мы начинали в одном конце, я помню, что там дверь была в противоположном конце. Я просто бежал на него. Ну, старался, по крайней мере. Это надо, болото сходим. Тоже быстро пройдем сейчас. Бля, КС-2 не дают, суки. А ты ранг-то получил, чтобы КС-2 дали? Да, с прошлой недели. Я, блядь, я не хочу на эти скины пока смотреть. Как бы некоторые скины просто... Муа! А вот один Артём. Скин я знал, что он будет выглядеть хуёво в КС-2. Но я, блядь, очень его хотел, да, в КС-2 на своих играх. Короче, Артём сказал, в КС-ку не зайдет, пока ему вторую часть не дадут. Он ебать там за 3 дня выиграл 30 побед соревновательно. О, карта лежит. В первом доме карта лежит. И тут же это ведьминские палки за стенкой. О, скелеты идут, и тут вторые палки стоят рядом. О, у меня как раз кейс против скелетов. Бабка? Да. Как звучит, как Алёха с перегаром. Блять! Там бабка? Да. Вот сука, а. Чё-то на лёгкое. Как дольше. На скелет, кажется, светит шлюзгу. Блять, сталкер! Сталкер ещё? Нормально. Кого? Кого? Кого-то пизданули или что? Нет, бабка идет параллельно нам с прислева. У меня прям звуки были, как будто он только что кого-то убил. Нет, мы убежали. Какой-то да, а вокруг меня, блядь, тут пиздец. Сталкер, бабка и скелет. Бабка еще одна, кажется, есть, походу. Я по вашим фонарикам. Вот там и бабка слева от нас ходит где-то. Так, нам только одну. О, выход. Чек. Иди, иди,
свинья? Свинья, блядь, это. Откуда, да? А бабка, это бабка, это бабка. Туда пошла. Так, ну вы тогда ищите это. Свинья, свинья, свинья идет, свинья идет. Вы тогда ищите эту хуйню, нельзя выход. А что это мы должны искать? Да, бля, я прошлый выход нашел и вышел, всю карту прошел. И чё? Давайте мы сейчас вышли. Нашли выход, и я вы две палки нашел. Вы хотя бы действуйте, ёпта, я первую палку нажал. Да, еще свинья, две свиньи. Две свиньи. А чё ты сюда-то бежишь, что тебе пизда? Потому что там, это не я, там две свиньи, блядь, и бабка. Твои проблемы, зачем ты их сюда несешь? Идите, Костик, третий, блядь. Сейчас. Ты даже все упало, что ли, уже? Нет, я нашла палку. Нашла палку? Да, пала. Нажимай. Почему она не светит? Ты уверен, что это та? Бабка не ослепляется. А. А, она бабку нашла, блядь. Нет, палки тоже нашла. Ну ты бы нажала на и померла бы. Я не могу, она меня это зажала. Блин, прикинь, прямо у этого, у дома ослепла, сука. Зато я теперь знаю, как это, где палки. Да, сталкер где-то идет. Он идет, Питер. Быстрее, пока меня не убили. А тут просто вне безопасности стоит. Бабка ослепла, ей нужно прям ебало ослепить. Бля, я бегаю посередине болота, между монстрами, блядь, и не могу никого найти. Сука, сталкер за мной идет. Даш, нажми палку. Даша. Свинья хуярит он. Дарья. Подожди. Бля, это меня сагрились. Талкер. Здесь долго Даша нажимаешь, конечно. Это пиздец вообще, ё-моё. Я отвлеклась. Ай. Отстань. Скелет. Давай, еще там Рио страхует, ё-моё. Палка, Даша. Спасай его девственность. Давай быстрее, блядь. Тут свинья еще нахуй. Я сейчас убежал от свиньи и от сталкера двоих сразу. Бля, Рио, если ты еще найдешь палку раньше Дашки, я хуярю. Блядь, опять. Бабка теперь. Меня свинья убила, спасибо, блядь. А, дом. Так, я слышу музыку. Даш, у тебя какого цвета, розового? Да. Ну я не вижу ничьих палок больше. Я вижу свинью. Скелета. Дом. Еще дом. Так, посижу в домике пока. Бабка идет. Бля, Даша, я иду по твоим розам. Пиздец, что ты заблудилась. Блядь, свинья. Сука, и бабка так. Там местами, где это, я палки не бросала. Да я уже понял его. Но я знаю, что оно прям в середине находится. Бля, что-то я всех согрел. О, здрасте. Сталкер, мне бабка, вот свинья. Где палка? Бабка, говорю. Я тут только что прибежал, ты видишь, что там палка? Вот я по розам. Вот они. Mm-hmm. Бабка справа, я себе. Ой, бля, свинья слева. Блядь, я застрял. Блядь. Или ты еще пришел охуенно, блядь. Все, мы будем найти. А
Че вы не уходите, блядь? Че за хуйня, блядь? Ну, я пошел палку искать. Так ты нашел? Я ее подняла. Алло, блядь. Вы... Алло, иди на выход. Я с Дашкой был, блядь, чтоб палку найти. Она прямо в начале карты. Все, я к выходу бегу, пока за мной бабка бежит. Тебя еле-еле слышно. Угу. Ага, это не выход. Я палку нашла. Да ладно, Шерлок, я прям рядом с тобой был, когда ты меня нажал. Нет. Просто ты забыл. Ты слепой. Чего? Ничего, сейчас. У меня сталкер залаговался, потому что я около дома. Не уходит, на месте стоит. Хотел сказать, ебаная свинья. А кто умер? Я. Понятно. Чертеж найден. Хи-хи-хи. Интересно, что чертеж? Вы разблокировали нового монстра. Еще вторую свинью. Ништяк. Так, по картам у нас новых нет, но монстр есть свинья. Подожди, сейчас подойду. А, через 3 откроется фонарь. Самый ближайший, и все. Еще какой-то из через 4 кто-то откроется. Да, а, это этот, фонарь. Дракула. Дракула откроется через 4. Сейчас у нас открыто 2 свиньи, сталкер, крыса, ну и 3 стандартных вера. Можем прогрести что-нибудь. О, с предметом болото, смотри. Большая сложность жизни 0, блядь. Задание простое абсолютно. Пустить воду по течению, трубы настроить. Карта большая, экстремально сложная, но жизни нет. Карта на шмотке. Алло. Да. Сейчас как слышно? Заебись. Наконец-то. Подобрала. Нашла, да, нашла нужную дырку. Понятно. Говорю, карта большая, экстремально сложная, но жизни и на шмотку. Понял, принял. Надо найти... Нуля. Да, найти платформу надо, чтобы вот настроить. Справа на теле половинчатый справа ходит. Сразу. И сталкер где-то. Карта какого размера? Большая. Большая. Очень большая. Дай платформу найти нам и все. По сути. Блять, прям на сталкера идет. Ага, мы идем на него прям. Пиявки? Пиявки? Я сейчас слышал, как будто пиявки. Кто бежит за мной? На меня кто-то согрелся. Главное, не веди ее. Я не знаю, кто согрелся, Пусыч, вот в чем прикол. Блядь, Пусыч, это пиявки. Йо, сталкер, сталкер. Я любимый. Сталкер. Сука, сталкер. Ебать, он там. Пусыч бежит за мной, блядь, что делать? Не сюда его. Я убежал. Мы без браслета, что ли? А у меня браслет один.
А, ну понятно. Ага, карта без домов, конечно, походу. Сейчас отрубу. Так, слышу, за кем-то бежит туда. Нашла дом. В доме карта. Да? В каком доме? У кого синие были? Не-не-не, не синяя карта, обычная карта. Блядь, не понял, что... Блядь! Синие нет, мои. Всё. Чё? Меня пиявка всосала. А, значит, пиявка тут есть. Да, потому что я слышал, что что-то агрит здесь крест, это крест. А как ее? Я ее даже не увидела. Она, ты ее не увидишь, она с земли вылазит. Падла, блядь. Че, много пысочек осталось? Там где-то 5 пидор. Бежит, бежит, пысочек, беги. Пысочек, блядь. Он, походу, за мной. Я увожу его. Сначала. Надо выход найти еще. Не то выход не нашел? Нет, я сдохла. О, дом. А, ты в нем была. Вот там я рядом и сдохла. Естественно. А ты начинай от выхода. От самого этого строить. От входа. Не от входа, а от выхода именно. А куда нужно выход? Налить? Да я тебе не про это. Я пусть говорю. От того места, куда нужно налить. Всегда с конца строить. Ну ты логично, как бы. А то он сначала начал. А чем логично это? Объясните мне, какая разница между одним концом и другим. Большая. Проще будет подобрать. Ну объясните, как? У вас оба конца в противоположных сторонах. Ну. Ну, ты начинаешь... Они одни и те же концы. Ну тебе, ты же смотришь, где тебе надо начинать делать, блядь, и ну, все. Ты видишь, где тебе нужно начинать делать, и ты видишь, где тебе нужно начинать заканчивать. Они оба всех же по центру с. Ой, все. Выход ищи, да, душнило, короче. Нет, мне правда интересно ваше. Нет, я не закончил еще. Мне с конца проще. Это само собой, ты женщина. Рио тоже. А мне просто с конца проще. Ну тебе с круассана, блядь, проще. Сырьё. Нет, мне правда, блядь, очень интересна ваша логика сейчас. Криосан. С конца это проще делать, задачи такие. Нет, серьезно, прям. Я не понимаю логику. Выход ищите, давай. Синенький, тут нет выхода. Я выход нашел, я нашел. Ты по синеньким идешь, там нет выхода, там пьет. Блядь, это дом, ёбаный в рот. Это не выход, это дом. А че, я круг сделал, так, что ли? Сейчас спорю то, что выход рядом со входом. Ну вот, я иду в правую сторону от входа. Плотно. А во все дома входили, кстати? Если по синим пойдешь и дом найдешь, там пиявка. Я там только что был, ушел оттуда. Ничего не было. Я не знаю, в какую сторону я иду, но я иду по синим. Ты идешь в сторону пьев. Самое главное идти вдоль стены, и все. Прикинь, выход посередине. В землю, что ли? К пиявкам. Вижу пиявка. О, выход ты нашел. Выходи. Ну, заебись. Заебись. Писи-брись. Ты выходить-то будешь? Да. Что нам дали? Очень редкий 150. И все, хардкор? 3-4 билета, нихуя себе. А, 1300 опыта. 1300 опыт? А, да, 1300 опыта. Да, да. Мне показалось 300 сначала, думаю, что за хуйня? Пиздец, блядь. Так. Завершите задание против... О, против пиявки надо было сделать. Отлично. Ну, давай нижнюю правую, чтобы еще раз. Завершите нормальное задание, 3 штуки. Не, у меня тоже самое... Делик. А, нет, у меня нету, но я не буду 3 раза нормальное задание делать. У меня ни одного задания не выполнено, блядь. Ебать ты лох. Я уже 3 выполнила. У меня черная невеста. 2. У меня невеста, безымянный клоун, блядь. Что Джокер. Джокер, блядь, еще какой-то. Че за безымянный? Не знаю.
Ой, я не помню, я читала про них. Пизду, не буду гуглить. О, это там, где Даша в прыжке крокодил хватана. Крокодайловый мост. Гена Пукин. Кому зависли? Походу. Да, я зависла. У меня не грузится больше ничего. Походу крашнулось. Да, Пусич, крашнулось? Пусич? У всех все еще грузится? Да. Даша вообще залагала, комп не завис. Во. О, я зашел. Да, все. Нихуя надолго грузилось. Изи карта из лайф. Тут проищем, блядь. На самом деле легкая вот эта игра, здесь карта. Комарики ебанут. Комарики. Топливо подсвечивается, я не помню. Да. О, фиолетовая, прям под костюмчик, да? Ну. Так это синий. Слушай, а смотри, у него нога так же переливается, как и... Или чуть-чуть. Тебе кажется. Вы потом стрим посмотрите, что у вас за штаны, я такие не видел. Или так это мы же футболки? Мы скин подобрали же. Так у тебя аж такие штаны. А, это они... А, я думал, там просто футбол. Не, штаны тоже. Сталкер. Или свины. Свинья. А это не хата безопасности, да? Да. Это не хата безопасности. Блять, почему я? Ребят, вы вообще не слышали, что я два раза сказал, да? Пизда. Мы думали, что спрячемся. А, окей, ладно. У тебя есть? У меня есть. Встанешь? Вставай, давай. Она сюда идет. Да ладно. Да. Сука. Ну все, я не успел. А, это не хата безопасности. Это не хата безопасности, пока пусть еще же убегает. Понимаю. О, ты успела, ты успела, прикинь. Я слышу, как там свинья. Ой, блядь, это что такое? Валим оттуда. А, леший, здесь леший еще ходит. По воде прям? Не, по мостику. Че, изи? Мне-то. А ты куда ушел? Там далеко-далеко есть. Назад вся... ушел, да, получается? Mm-hmm. И повернул в другую сторону. Конечно. Логично, да, шоу. Мне нравится, что леденчики, если смотреть на них, они сначала фиолетовые, а потом синие. Леденцы. Наверное, нужно в ту хату вернуться, потому что я думаю, там за свиньей или за лешим. Леша как раз за мной идет. О, Леша, слышно справа. Вы-то держите слева. Комар! 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 Сука! Блять! Чё-то вам это не фартит, да? Блять! Мне пизда! Он нашу пизданул. Хоть в коем-то веке меня... Сука! Он надо мной летит. Погоди. Отсосали полностью. Ой, блять, а я в тупик приезжал. Это хуёво. Такой долгий тупик. Вся дорога тупик. Ну не, ну там есть развилка, где Леша выходил. А вот, блять, чуточку дальше пошел, там такой... длинный... И Леша, конечно, на меня побежал! Это кто? Это Леша только что согрелся. Не блядь. Знаю. Крокодил. Мне только в воду можно будет прыгать. Крокодил плавает, ага. Бля, ребята, я не знаю, что делать. Я в очень длинном тупике и спокойно сюда Леша идет. Мне в воду надо будет прыгать. Там крокодил плавает. Прям вдоль нас. Да ладно, Шерлок. Я не знаю, что делать, блядь. А, что делать? Нет. Сейчас в воду прыгнуть. Помяни. Окей, я типа на обрубке. На своем? Леша меня не помню. Блядь! Блядь, я же вам говорил, не иди сюда, тупик, нахуй! Сука, как меня здесь посрался только что. Я думал, это крокодил меня живет уже. Даш, ты согревай сейчас?
Я спрыгнула в воду. А, почему тебя спасаем, получается? Блять, вы ебанут спасаете, он остановился. Окей, пошел за вами. Все, я иду за ним. Там тупик, да? Да, сюда вообще не надо. Так. Пиздец. Я же вам говорил, там... когда повернете туда, идите, держись с левой стороны. Там тоже тупик, тупик. Тоже. Сейчас вам правой стороны. Нам, получается, тогда надо захоронить. Да, здесь вообще дорог нет больше. Либо возвращаться назад, нет? Захоронить. Так, весь комар тебе пизданул. Хоть бы один, блядь, домик в безопасности был. Да, да. Что надо идти? А тут что-то... Блин, верни, пожалуйста, налево, Леша. А здесь где-то свинья и башня. Блядь! За Дашей побежал. Ты в воду спрыгнула? Блядь, он направо, сука, пошел. Бля, свинья идет, пиздец. Ага, меня комар сожрал. Я в воду спрыгнул от свиньи, меня комар сожрал. Должен был проходил. А я на этой, на бочке стояла. Где свинья? А, обратно ушла, что ли? Тебе идет, нет. Блядь! Нет, обратно этот... идет. Огненный леший идет ко мне. А пустишь где? Я прям за лешим. Сука, он повернул туда, куда мне надо. Вот, нам всем туда надо, там еще свинья и комар. Фонарик вырубил. Рио, прыгай в воду и беги ко мне быстрее. Это быстрее! Живет, да блядь. Похуй, блядь, давай быстрее, я сейчас закончусь. Да я не знаю, где ты. Ладно, все, блядь, я заканчиваюсь, и я побегу. А там. Вы прям. Рио, ты прям у выхода был. Да? Да. Крокодил, выход, крокодил! Ой, выход, вход, то есть. Начало. Послушал Кусыча, блядь. Ты свинья не убила! Ну, крокодил, блядь, убил. Да, нормально. У нас как раз сейчас шанс. Нет, тоже свинья не убила, зато комар сожрал. Кармар. Карман, блядь. Пиздец. Так, криво в шнели. Куда, блин, пока шнели? Свинья там, типа, это, в другой стороне занята. Я налево пошла, как раз, где свинья нас этого. Да. Она как раз, ее еще там нету. Она пошла Рио искать. Бля, это как вот эти вот туннели, где только один проход был. Тут справедливость ради два. Лево и право. Блядь, тут развилка. Блядь, свинья! Комар! Сука! Сука, меня комар убил! Все, жизни свинья нет. Свинья идет к той домушке. Пиздец. Че, изи говорит? Да, что как-то на чем-то стоишь или что? Да, на этой. На бочке. Надо же, блядь, по часам начали комар сожрал. Комар. Комар летит, Кусич. Быстрее беги в дом, блядь. Да, блядь, это пидор, нахуй! Даже... Ладно, я в тебя верю. Блядь, ну миллиметр до хаты, ёпта. Вообще пиздец. Да, Даш, мы в тебя верим. Посмотри Даш... воду, там не канистра была красная, случайно? Нет, шарик. Там, где ты сейчас еще находишься, наверное, треть карты. Заебись. Треть? Видно. Мы в тебя верим. Ты справишься. О, домик. А что, билеты не взяла? Я взяла. Она взяла, это у нас просто не так. Да. Они нас просто для нас лежат еще.
Тата, прыгай, короткий путь. Ты там была. Показала. Да, Даш, легко все. Изи, да? Да пиздец. Не удивлюсь, если ты так скажешь, если я пройду. О, выход. Там еще две канистры надо, к сожалению. Проверь, может, на выходе есть канистры еще. Заправь, что, корабль-то? А я не знаю, куда вот я. Справа, вот, воронка справа. Сзади. Воронка. Воронка. Сзади. 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 Право. 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 В корабле. О! О! А что там? Ключи и канистры. А что сзади? Что сзади? Что сзади? Что сзади? Что сзади? Ну там вот. Только сзади там. Подожди. Она же сказала. Я починила. Я нашла нужную дырочку. Вытокнула и воткнула обратно? Нет, она просто не то вставила. От выхода буду красный. Говорят, сой, он туда хуяк свой нос. Так у меня сразу стоит. Нос? Моля уже какую неделю болеет? Я хочу играть просто. Ей не нравится, что игра однообразная. Пиздец. Её шутер что ли ещё новый? Экшон. А, тут экшона мало, да? Ну сейчас ладно, да, слышу. Ну повеселее, сейчас херчу найдёшь. Да не, ну её убивает, кажется, просто первые 5 минут, и она потом просто сидит, смотрится. Какая себе опять дорога длинная. Если бы я ещё приеду, то пикует, то будет вообще. Если крокодил сальтуху сделает над ней, я вообще хуею. Бля, было бы пиздец, если бы он перепрыгивает, да? Это начало, нет? Нет. Нет, что-то нового. Лево, прямо. Прям, прям, прям. Я тоже с одной стороны. Кто проживает на дне океана? Наша команда. Крокодайл Гена. Yes, of course. Блядь, забыла эти кидать. Да все кидай, ты их увидишь особо. А, кинула так. О, домик. О, сейчас там канистры поедешь, а ключи еще. Ага, ключи еще. Да, и еще и вообще две канистры. Одна. О! О, все, все, я прошла. Стоп, а ты, у тебя уже две канистры? Она да. Забила две, да. Я все канистры нашла и ключ. Я думал, только вторая. Думаю, что пусечка говорит две канистры? Ну тогда изи. Сейчас будет прикол, если комар прилетит. Да пиздец, да, до дома будет. Будет обидно. Блядь, как от комара здесь прятаться? Мне кажется, вот прыгать в воду под такие вот здания, блядь, потом обратно залазит. Я комара слышу, но это типа это амбит. Нихуя, это не это. Ну это меня тоже. А, нет, это. Не-не-не, мы не слышим. А мне кажется, крокодил за тобой плавает, пока ты бегаешь, блядь. Тихо, дайте звук. Когда слышим комара, все говорите комар, и если все три подтверждения, значит комар. Ну, подтверждение просто комар, комар, комар. Угу. Кто зайдет? Бля, как долго, а. Вот бугло, просто, да? Мне кажется, полкарты периметр, скорее всего, блядь.
Ладно, эти хоть чудики по воде не бегают, блядь. Ну да. Все, прикинь, свинья такая. Просто чаржится, блядь. Да. Оп, беги на свинью. Ой, блядь. Все нормально, все. Вырубай фонарик. А он так не убьет? Нет. Не, нормально. Ища он мимо пройдет и идет так за ним. Давай за ним. Это работает. Ну, крокодил. О, блядь! Сосина, не торопись. Комар? Правильно. Нет. А тебе направо надо, да? Он... Да. Нормально. Изи просто. Сейчас налево. Нет, не подходи близко. Блядь. Ну ты сука тупая, блядь. Ты че, повернуть не можешь, что ли? Отойди от него назад чуть-чуть, может, он разлагает. Типа не смотри на него, да? Да, не смотри на него. Он стесняется просто. Пусть он с твоего поля зрения пропадет. И назад. Сука. Ну, агрил. Вроде что-то там есть, да. Да, бочка там есть. Светите на него? Блять, крокодил. Прям там? Прям рядом был, да. Выйди на дорожку, светите на прямую. Ага, и он меня поймает. Он не такой быстрый. Это не свинья. Ты за угол зайдешь, он отстанет, по идее. Блять. Иди отсюда. Какой чёрт. Не, он чётенький крокодил прям. Да не сытый, господи, выйди, потом за угол зайдем. Да. Долбоёб. Ну иди поводи через него. Мне кажется, он уже не долбоёб. Мне повернуть налево и все. Обратно быстрее. Нормально, он сюда не это. Блять, хоть знаю, тебя в воздухе тогда. Беги быстрее, поворот освободит. Пташка. Могу, блять. Ой, я ебал нахуй. Это было слишком стрессово. Пиздец. Не представляю, как тебе, мне было стрессово смотреть это. Мне тоже. Это было косячно, но пиздец страшно. Мне понравилось, когда ты на бочку забираешься, налево поворачиваешь, он, блядь, стоит прям при тебе. Да, и встал, а там справа крокодил подполз такой. Пиздец. Обосрала был. Фортуна, пиздец вообще. Жёстко. Бип-бип! И заглох нахуй. Изи. Изи, блядь. 190 опыта, блядь. Охуеть. Сейчас, секунду, я биту расскажу. Похвастается сейчас. Погоди. Да он сейчас сидит, спрашивает, чё орёшь. Я затащила катку чуть. Потом в стриме увидит. Да. Чудо. Чудо. А, большой экстрим. Вот это? Mm-hmm. Ты все уверен, справа. Что ты хочешь? Это не хочу, но больше делать ничего. Блять. А, вверху справа сразу же. Сразу погнали. Вообще все. Сейчас, погоди, Дашка вернется и мы стартуем. Изи! Погнали! О, пусть что-то вчера с контры вышел. Наигрался, что ли? Среди каточки. Ты отошел, ушел вообще? Что ли? Там сид переписывается. Перепуси. Переписи. Переписи. О, пусть еще вышел, я тоже вышел. Капитан, перепися. Пися. Я заколебал своими глупыми. Так, держимся все вместе. Да, у нас ноль жизни.
Ноль жизней? Угу. Это с предметом карт. Бля, ты закончил хуёвый этот. Опять этот давящий звук. Маленький. Фонарь. Куда бежим? Напрямо или направо? Направо сначала, чтобы фонарь отъебался. Это криво кончает. Да, конечно. Ты все знаешь. Да. Так. Не буду говорить откуда. Серьезно? Посмотрите, да? Посмотрите вокруг, оказывается, наверху дома есть. Да, ты не знал? Высоко, высоко там в небе. По-моему, прям на него идет. Да не, он где-то сам. Или, возможно, прям на него. Не. А вот теперь, блядь, настал, блядь. Ну, это далеко за утра. Нихуя. Блядь, тут что, вся карта периметр просто? Это треугольник справа через стенку. Через стенку, да. Я увидел его голову. За фонарем тогда идти. Ну и что это? Кидаем Рио в него и идем дальше. Интересно, получится всяких клоунов, марионеток в других картах юзать или нет? Сердце. Тупик, что ли? Так, чё? Да. Пиздец. Фонари выключи. Слушай, зачем ты ко мне пришел, блядь? Поспалил вашу позицию. За мусоркой садишься и не видишь. Так я сижу за мусоркой. Я очень опасно сейчас сидела, он сюда вот прям врезался. Стоп, а кого он сейчас убил? Никого. Я вот тоже он так стенку слышу, врезался. Как будто он кого-то ебанул. Нет, он в стенку как тем врезался. Шнели, у нас хата есть. Шняя. Есть вещичка какая-то. Да? И снег карты еще. О! Панель. О! Шмотки клоунские. Охуеть. И карта. Нам все, выход еще. Пройти эту карту. Да. Ты много нарисовалось? Нам надо выход найти. Так, табличку-то подобрала я. Фонарь слева. Я думаю, сирена не просто так орёт, да? Скорее всего. Нет, просто так. Думаете? Да. Я заметил, начинает орать, когда уже находим табличку всегда. Изи. Да. Текс. Давайте вы теперь. Даша скажет, я хуй знает, конечно. Нет, я тут ножки умею. Как повезло. Мимо пошел. Да, мимо.
А здесь... Я не, это не выглядит как безопасная зона. Чё так долго-то? Нормально все. Блять. Да-да-да-да-да, не-не-не. Блять, да. И вот это, а? Ну вот этот угол надо перенести. Ладно, пусть один делает, Кусыч, помоги разобраться. Пизда. Я, говорит, умею, понятно. Я умею, но я не говорила, что я делаю это быстро. Давай, ты очень близко. Okay. Опять вот эта хуйня. Вот эти вот две места менять. Давай. И все. Звуки сзади, это пиздец давления, конечно же. Они сюда не заходят. Да, ты в нем безопасно. Я провалилась вниз. Я не смогу его тысячу промеж ног кинуть. Ну-ка. Он отвернулся. Бля, у меня еще мозги не работают нахуй. Е-е-е! Я видел. Даша умеет промеж ног целиться, нормально. Ой, это жопа. 2-1. 2-2. Два, три. Сука. Мы забиваем тебе голы. Перезапустим? Дай я еще раз. Давай. У меня что-то вообще, блядь, у меня два раза все заебись получалось. Что-то у меня сейчас нихуя, как в прошлый раз. Удалить все это из записи. Мне кажется, ты все уничтожил. А, я типа понял. Размешаем просто и начнем с нуля. Да. Так лучше всего. Да, только когда ты будешь начинать, да? Блять. Да. Да вот эту вот просто, которая по центру, да, ее нужно нахуй оттуда выкинуть. Все. Да. Давай Рио дадим шанс. Че, вы не смогли, что ли? Подожди. Она поэтому, слышь, я экстремальная, не из-за монстров, а из-за этой пятнашки. Зашибись. Да,
Я тоже так думаю. Налево, направо нужно это размяться, размяться. Сейчас он там, слышишь, смотри, фоткает. Сейчас чат GPT открывает. Реши мне это. А что нажимать? Фу, на Е, блядь. Давай между ног обсудим. Бля, Рио, просто так туда хуерить не работает. Я мешаю. Не мешать нужно, а решать. Смотри, задание. Блять. Два. Так, а и... левый и нижний, получается, нету, да? Угу. О! Вот эту нужно. Вот сюда. Вот эту. Сюда. Какую эту? Вот эту. Вот сюда нужно. Ой, нет. Подожди, нет, вот, ты вот что меня путаешь? Вот эту вот сюда нужно. Я знаю, я смотрю, как мне перенести вот левую сейчас туда. Че тебе объяснять, блядь, нужно? Блять, сука. Ну близко же. Да пиздец. Близко у меня было две места, ничего менять. Стой. Окей. Ну-ка дай-ка сейчас. Значит, вот это вот. А, блять, ее вправо нужно. Окей, сейчас. Ну и? Ничего, делал. Переместил местами, просто теперь с другой стороны. Красава. Хорош. Все, да. Изи. Сколько мы потратили? Я отвечаю, блядь, мы 3 минуты проходили карту, но 10 минут... Смотри, сколько опыта насыпал. Пиздец, блядь. Ну-ка, что там за шмотка мне? Так. Посмотрим, что наш. О, нихуя себе. О, детка, да. Мне нравится. Нравится? Да, прикольно. А это мне нравится, у нас вот эта вот дневная, а та ночная. Потому что та в темноте светится. А может, это тоже в темноте светит? Херу, да. Ебать, веселый. Какую ты карту хочешь, пусть говоришь? Да, вот эту он хотел. Вот, а... Нет, хочешь... я уже не хочу нижнюю. Хочешь бакрум с кастомной, со всеми монстрами? Давай, да, запустим. Потому что мне вроде... Я не знаю, мне может быть бежать надо будет скоро, может быть не надо будет. Так что давай кастом скоро. Какой размер? Средний, большой? Давай большой бакрумс и все, что можем туда написать. All inclusive, блядь. All inclusive? У меня есть значок на шмотку. Я могу приделать к этой сейчас карте. Давай, а ты можешь ее поставить легкой и легкой? Легкой-легкой? Да, чтобы мы шмотку изи просто взяли. Легкой-легкой, это надо меньше монстров тогда сделать. Ну да, и поставишь значок, что и мы одежду. Так, 5. Ага, я понял. Чё? Если шмотку ставить, то, короче, жизни нет вообще. Только ничего страшно. И поэтому поставь меньше всего монстров. 3 монстра. 3 монстра и поставь, ну, среднюю? Блядь. Да. Бэкрумс средняя. Погнали. Окей. Монстры каких выбрать? Свинью убрать? Свинью точно убрать, если мы шмотку хотим. А крыса крысу, есть. Крысу. А, бабку. Бабка. И, ну, на звук лучше не надо сюда. Малкер? Видишь. А ты еще одну бабку можешь поставить? Или еще одну крысу? А там рандомно, ну... либо крыса, либо бабка выпадет. Ну все, оставь. Крыса, бабка. И все. Да? Изи.
Погнали, да? Блядь. Сейчас шмотки купим. А фонари там не нужны или нужны нам? Нужны, нужны. Вы мне тогда сказали, что фонари не нужны, и вы охуели. Так, главное, чтобы мне сейчас не позвонили. Ожидается звонок где-то 10-15 минут, так что нужно по-бырому пройти все. Держимся вместе, кстати. А кольцо что, не будете подбирать? Ой, ну какие там модные! О! Что это за шляпа такая охуенная? Мне такую не дали. Клоуновская. Ты можешь купить ее. А, это покупать. А, вы прикиньте? А, нет, бля, я подумал, я чисто в тупик, ну, в четырехстенную комнату пролетел. Я в красных стенах. Я рядом с красными появилась, но в зеленых. Я нашел стол. Нам бы... Какой-то. И на нем ничего нет. Я тебя вижу. Где? Сзади. О, комната. О, я по синеньким иду. О, карточка. Это я. Монки нет? Сейчас посмотрим. Сейчас, погодьте меня, к вам хотя бы подойду, чтобы вам вместе не держаться. Так, жига, коробки, блядь. Не, нет, нихера. Нет. А ты нас нашел уже? Да, я подхожу к вам. Погнали. А где ты? А, вот он. Так. Сука, блядь, как меня тут не увидеть. Все вместе держимся. Крыса? А, нет, это вы кидаете на пол. Так, нам нужно найти комнату безопасности, блядь, ебать. И шмотку найти надо. Ну, я поэтому говорю, карте безопасности. Шмотки могут быть в коробках. Так, понятно. Ага. Слушайте, а в этих местах... Пойдем, да, Даш. Там бывает, да. Да, что-нибудь лежит. Там ничего нет. Вы вот открыли, закрыли? Может, еще одну комнату? Там тупик. Даш, мы в другую сторону побежали. Там тупик. Бля, я думал, ты про этот тупик говорил, в котором я смотрел. А, ну там-то уже, ну, не разведано еще. Нужно правее туда. Так я отсюда вышел. Да, ну ты вышел слева, вот она, ага. Право. Тупик. Вот здесь вот. Ребят? Ребят? Сейчас я проверю тут. Блять, это не тупик. Я там возродилась. Нет, это не тупик, здесь много коридоров. Блять. Ладно. Иду назад. Лучше направо? Да. Да, лево, Даша. Лучше там. Тупик. Там в ту сторону было, в мою, короче, много. Куда идти? Ну, сейчас пойдем в ту сторону. Курвен тут-то. Проживает на дне океана. Спанч Боб Сквэрпэнс. А вы там ходили на лево? Как Рио, гурман. Спанч Боб Сквэрпэнс. Вроде ходили. Где увидишь двойные красные, вот туда надо идти. Вот, направо сейчас. Пусть еще. Вот сейчас стал. Позвонили что? Наверное. Yeah. О, комнату на. Я комнату нашел. Где? По-моему, если пойдете, наверху. Там нет ничего. Смотрю. А, да, может такое маленькое, хуй увидишь. Да. Может быть часы точнее. Не, ничего нет. Так, да, что у тебя там крыса, а там дальше можно было пройти? Да, там можно пройти. О, еще смотрите.
Опа, ну что такое? На, тихоня какая-то. А, блядь! Там кто-то шел. Блядь, крыша. Сука, ебаная, блядь. Это вы согрели? Я согрела крышу. Она с тобой бежала. А я прям... Блядь, ты потом посмотришь видео. Она отогрела. Я это вообще записываю? Да, окей, записываю. Сука, блядь. Жестко. Еще одна крыса. Блядь. Я через коридоры вышел к началу, где мы появились. Там начало, не ходи туда. Там проход, начало. Там крыса направо. Погнали, погнали. И там в круговую. Easy. Я тут была. Да? Тут крыса. Нормальный сет. Ее можно спокойно это обойти. Так мы по кругу просто прошли. Да, ну, вообще да. Просто норм. Нам каждый уголок нужно проверить, все комнаты найти. Вот теперь мы даже по периметру идем. Если вы пролезете, конечно. Рио, сомневаюсь. Ну, у тебя даже ботинки раскрашены. Да ладно. Подошва тоже. ЛГБТ подошва. ЛГБТ подошва. ЛГБТ каблук. Походу монстры все крысы. Ну вообще есть. Вы заметили, что звука бабки нет? Это хорошо. Вон крыса прошла. Крыса! Сука сюда идет. Где ты? Я от нее бегу, да. Okay. Куда идти-то? Да вот сюда, здесь тысяча проходов. Вперед к победе. Именно. Блять, фонарь ебаный, выход. Блять, на меня согрелась. Рио, там где ему? Рио. Она стоит прямо около меня, погоди. Прямо около меня все ушло. Да, иди. Так, слышишь, как будто это свинья. Она прям к лицу моему подошла и стоит на меня смотрит. Да это, блядь, ничего страшного, все же крыска. Крысочка. Так. А вы куда пошли, в какую сторону? Иди по синим. Вон так я на крысу вышел. Мне кажется, здесь больше, чем три крысы. Я шмотку вижу. Где? Там крыса. Иди по синим, не ошибешься. Ты вы туда ушли далеко, да, кота прямо? Да, от выхода. И карточка. О, выход. Да, иди просто по синим, тебе далеко идти. Ух, нихуя себе рога, блядь. Рио, Даша. Окей, нормально. Мы сейчас к выходу, а Рио побежит за этой хуйней, но нам его лучше здесь подождать. Классные рога. Да. Что за рога, блядь? Подобрать, если что. Рио, быстрее, блядь, беги по синим, пока крыса. Я бегу, блядь. Где ты? Вот, там вижу фонарик через стенку. Давай. Прям, блядь, близко очень. Две крысы. Еще одна. Там вот прям, видишь, на столе, Рио? Погоди. Я вижу кого-то. Да, вижу. Агр. Ух ты, нихуя. Так, нам пришлось случиться, потому что у нас крыса... Бери шмотку, мы на выход пошли. Давайте. Да. Это рога как у Иллидана с Warcraft. Главное тебе еще не умереть. Я просто не знаю, если ты умрешь, типа у тебя будет это потом? Нет, нет, не будет. Так, я за крысами ты иду. Ты подобрал? Да, я подобрал, иду за крысами. Все, мы выходим. Давайте. Просто охуенная шмотка. Угу. Четко вообще. Она к тому костюму подойдет, который это... Рога Иллидана, блядь. Козла темных эльфов. Сука. Тысяча опыта заебись навалила. Вообще пиздец. Бачки, блядь. 82 левел. Охуенно. Так. Мерим рога. Смотрим. Нихуя. Какой красивый, блядь. Ебать, жесткий. А еще вместе с кепкой можно одеть. Да ладно. Серьезно? А у меня кепка все еще на голове? Оно багуется, бывает, да.
Не, у меня не, у меня что-то нельзя. У меня просто на голову наделось вместо шапки. Это багуется, это надо в игру перезаходить. Потому что я в предыдущий раз, когда сказала, что у меня две шапки сразу наделось, я пошла, у меня в итоге вообще шапки не было. Так. Ну, мне еще не позвонили, но... Ты хочешь с рогами побегать, так скажи. Две минутки, сейчас я это наберу. Давай. Знаешь, что Блин сказал? Хуя вы олени. В натуре достижение сыграть сколько карт, до какого левела, да, и рога получить, блядь. О, со шмоткой, сука, еще выпала карта. Сейчас пусть скажет, идем на нее, по-любому. Экстремально, кошмарно. Маленькая, мы не пройдем ее. Стоит-то попробовать. А что у нас вообще, какие карты? Открылись новые, нет? Нет, новые не открылись. Боссы. Фонарь откроется через 2 прохождения фонаря. Самое близкое. И Дракула через 4. Все остальное, все у нас вообще мало пройдено. А, это Шахтер 3 из 10. Вот есть какой-то монстр, у нас его ни разу не было. 0 из 10. Да вот непонятно, что нарисовано вообще. Там замок как бы затемнено, не видно. 0 из 10 написано. Ну приблизительно. Это вообще хуй знает. Можешь скрин скинуть? Да бля. Или этот. Сейчас попробую. Трансляцию запустить. Сейчас скрин скину. Что за хуйня какая-то? А хуй знает. Вот единственный, кто не попадался. Остальные все попадались уже. Сейчас, Google, помощь. А, типа все монстры? Лабиринт. Да, ребятки, без меня, к сожалению. Все. Там шмотка. Я? Там карта со шмоткой. Экстремально. Она маленькая? Экстремально кошмарная и маленькая. Погнали, у меня вроде еще есть минут 10. Я же говорил, он сейчас согласится. Стоп! Блять. Чего? Все, нету. Походу нету все. Не, пусть если ты там в процессе освободишься, можешь подрубиться, если мы живые будем. А, еще и снежная. Врага светится прикольно. Ага. Он вообще выход... не загрузился? Не, он загрузился. Выход он там все, прямо. Все, я тут. Давайте ебашим. Так, а ты, блядь... Окей, звук. Я думал, фонарик не купил. Звук в самом начале справа. И пополам читай. Там фонарь впереди. Фонари это выход, скорее всего. Вон там впереди далеко. Там спереди еще пополам читай, они вдвоем там. Ну да. Че нам опять печати? Модно выглядит, я вас еще не видел. Две печати и ручка какая-то. Три печати. Три печати. А здесь какая-то ручка справа лежала у меня одного. Смотри. Во-во-во. Эта ручка дает возможность в кастомных картах добавлять шмотку, как мы сейчас смотри. Делали. Смотри, пусть. Во. Ох. Мне нравится больше наш прикид с этим. Ты как клоун. Да. А мы как черти.
Вот вы черти. Чертовски привлекательно. Черты черта. Для этого главное, чтобы старых не было. Бля, за снегом нихуя не слышно. Назад. Понял, у него синие глаза. Че, как что ли, брат? Погнали. Он за нами идет. Че вы в хату-то пошли? Мы в хату не пошли. Да. Я предлагаю просто к выходу сойти. Ну, там, думаю, фонари. Я думаю, что тут все уже ушли, пацаны. Даша. Я куда-то ушла уже. А, ну, это не выход. Выход был... Он дом-то торчит, смотри. Там, да, погнали. Понятно. Надо. Значит, налеп. Ты, блядь, ты не стал туда идти, а там целый фонарь тысяч еще. Не хочу. Так, барабанная дробь. Что у нас тут? Печать одна. Печать? Две. Окей, выход что есть. Нужно теперь шмотку найти. Давай его сейчас посмотрим, есть ли тут выход. Если есть, то, наверное, один там пусть останется. А, нет, шмотку нужно. Блять, монстр какой-то у вас там около дома. С чем? Около это дома что, монстр. Что? Монстр это какой-то. Я хотел к вам подойти, а там кто-то вышел. Бля, если это зеленый звук, то это вообще клево. Так, ну там вход у нас. А, нет, это выход. Да, это выход. Нашли? Да, слева от дома. Да. Где последний путь. Да. Я синие сюда кидала. Погнали. А! Звук! Бля, ну я больше сейчас открыл. Нет, я спрятался. А что его нету? Не слышно. Хуя мы разделили, Серёга? Я хотел обойти, пошел назад, а там монстры, и все. В дом зашли, а я не стал подходить. Даша, где мне еще нет? Розовая? Сейчас розовая. Сорвался, да? Да. Дашка, беги. Блять, это же тупик. Да. Так. Куда вот сюда? Вот не нашли? Да, он сюда идет. Он прям сюда идет. Ой, я слышу монстр. Это у нас ловушка. Так, смотри, Даш, нам, короче, нужно северо-восток. Мы сейчас прям на юге. Угу. Зайдем, ко мне идет. И дыхальщик идет к центру, к миду. Звук и курильщик у меда вдвоем. Понял, на корчик дашь. На беду это там, где статуя стоит. Угу. Билетик. А, нет, понятно. Ори, вот как раз побежал туда, прям надо. Нет, мы отсюда прибежали. Нет, мы прибежали справа.
Но здесь проходные эти. А, не-не, как раз там эти курильщики, да, шел, да, ладно. Да. Вы за курильщиком пошли, что ли? Нет. Там, где первый курильщик. Где изначально было. Назад. Что-то какой-то был, что-то я не помню, даже звук не сделал. А может быть звучало. Нет, нет, я не знаю, что это инопланетяне, кажется. Это инопланетяне, Дашка, блядь, беги. Куда? Лево, 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 лево. Изи, изи, давай, 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 Зойка. Не оборачивайся. Нормально. Сука, здесь еще инопланетяне ходят. Направо поворачивай, Питер. Блять. Так, я понимаю, я к началу пришел. Эй! Не-не, пусть он идет вперед налево. Все заебись. Это кто там пробежал, кричал сейчас? Дашка. Мы около дома, побежали. Что ли, прям? Да. Даш, погнали скорее. Даш. Бегу, бегу. Вот Рио нашелся. Так, там монстр какой-то. А вы куда побежали-то? В ту сторону? По розовому. Ёбаный смайлик. Да, если он сейчас, бля, он ко мне даже идет. Блять, нахуй, жестко, блять. Я еще, знаешь, я так, я у него на пути прям стою. Я такой, чё, на корочке, пока тебя пиздят, направо, 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 направо. Пиздец, Рио. Ты тоже умер? Нет, я ее поднял, я ее поднял. Погнали. Он около меня. Блять, курильщик. Тупик, наверное. Тупик. Блять, надеюсь, что он с нами зайдет. Там звук обратно идет. Мимо меня проходит. Нет, 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 нет! Да. Блять! Что такое? Все. Так, 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 сейчас, Даш, сейчас посмотрим, направо или налево пойдет, я не вижу просто отсюда. Куда он пошел? На тебя или на меня? Или... На меня. На меня согрелся, на меня согрелся. Не надо, Даш, успеешь, бегу, бегу, не успеешь. Все, сейчас мне пизды даст. Отстал, отстал, отстал от меня. Я к дому успел дойти. Где ты? Обратно к вам пошел. Ты все, да? Да, да, кончил. Бля. Блять. Тут как будто тупик. Нет, это не новая, это та, скорее всего. Ну, у нас все шайбы стоят, если что. Стоят, да? Не, Рио, там ты же снова. Мне звук. Думаешь, плюс еще новая была? А, вот она, не, да, это не новая. Прям пиздец уже. Тут пополамчатый и этот, и инопланетянин. У меня есть этот,
Браслет? Браслет, да. Вовремя. Если я сейчас встану... Беги, давай, да, беги налево сразу. И дом нашел. Или вы там были уже? Хуй его знает. Все, все, в которые были, они помечены. Да, помечены. О, рога лежат здесь. Вы чё? Да смотри. Ладно. Смотри, пусть видишь меня. Они такие темные, даже прям на стуле лежат, да. Я хочу. Блять, мы просто. Я просто так умер. Ебал. Так. А выход в какой стороне был? Мне все равно эти рога больше нравятся. Ну, где? Чё, тебе нужно Дашку протащить к дому. Даш, беги обратно. Я вижу твои зелененькие. Беги к центру. Беги к центру. Он в том доме, где мы были во втором. Поняла. Там звук. Если что, идёт в ту сторону. И тебе там левее надо будет держаться. По своим, короче. Там это когда ты там пойдешь. А выход это где он тебе фонари стоит, пусть еще? Либо это вход, либо это будет конечно. Так, и две держишь. Это не выход, это мид. О, выход здрасте. Там, в той стороне. Покажи Дашке как. Здесь? Они здесь были? Да, на стуле, видишь, лежат. Пиздец. Хуй увидишь. Все, пошли. По синим. Ну эти рога все-таки красивые. Ну эти прикольные, но светящиеся мне больше нравятся. Нет, я говорю про наши. Угу. Так что, не так уж и жалко. Все равно приятно. Приятный голос. Сучара. Убил? Нет. Сука, если я сейчас опять до выхода не дойдем, отписывай. Вообще, блядь, будет. Идет. В твою сторону пошел. Угу. Ради сюда. Я вам пройдет? Да иди, нормально она так, как бы, на корточках. Вы. Я бы сказал изи, но... Изи! Все шайбы для нас. Нашли, блядь. Саму шмотку нашли, но не увидел. А, блядь. Взял и умер вообще в другом конце карты. У нас всего лишь была разведана 1/3 карты, и мы все уже нашли. Я только эту шмотку не видел, и поэтому я пошел остальные 2/3 искать. Ну, хотя бы билетики дали. Приятно вообще. Только... О, у меня здание одно выполнено. Безымянный, короче, это кто-то из них был сейчас. Безымянный, это наверное, да. Этот. Да, курильщик. И нашепетянин. Не, светящийся прикольней. А где рога? О, смотри. Я их даже не вижу на вас. Видишь, я прям как черт. Темные поставил. Да. Мы как демоны прям в них. Не, базару нет, светящиеся они лучше. Угу. Я как понимаю, у шмоток, вот у них же типа разный фон сзади. Желтая это типа легендарная, скорее всего. Бордовая это типа уникальная, а серая это простое, что-то, скорее всего, так. Нет? Кто знает. Возможно, да. А зеленая это редко какой-нибудь там, блядь, не знаю. А, не у меня очки. Очки. Ну что, все? Да, ребятки. Да? Всем спокойно. Ну окей. Давайте. Чпоки ночи. Давайте.